Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Что делать, если муж открыто смотрит на других женщин и говорит: «Красивая девушка, вау». Он всегда говорил, что я ему только одна красивая, а теперь он очень часто смотрит на других. Вот сегодня опять смотрел на других, спрашивала, почему ты так открыто говоришь мне, мне это не нравится. Сказала, на что он ответил: «Закрой рот». Это нормально? С мужем живем 4-й год, вот сегодня годовщина, и вот он испортил день. Ну, вы спрашиваете, что делать, если муж открыто смотрит на других, и я здесь должен, конечно, тоже вас спросить, что делать, чтобы что. То есть вот, чего вы, грубо говоря, хотите получить, что вы хотите получить в результате, что вы хотите получить. Хотите ли вы получить, например, то, чтобы ваш муж, перестал смотреть на других? Или что вы хотите? Вот. Дело в том, что с точки зрения психологии, то, что вы описываете, является результатом определенного кризиса в отношениях. А может быть, даже следствием неправильно выстроенных отношений. Например, отношений, выстроенных на, скажем так, основе, да, не совсем корректной, деструктивной коммуникации, отношений, выстроенных на отсутствие, например, взаимного уважения, отсутствие, например, взаимопонимания между вами и вашим мужем, например, и так далее. То есть вариантов, на самом деле, может быть довольно много. Значит, и подходов к решению проблемы может быть тоже довольно много. Ну вот. Кто-то, например, уверяет, что нужно вызывать у человека ревность, да, кто-то говорит о том, что нужно, чтобы ваш муж ревновал, то есть вам тоже нужно вот в этом смысле, значит, ну, общаться с мужчинами, говорить, какие мужчины, значит, другие красивые, вот, чтобы тем самым вроде как демонстрировать мужу, что вы вот тоже, значит, ну, как-то вот, ну, востребованы, да, то есть демонстрировать мужу вот какую-то такую историю. Я вижу в этом проблематику самооценки, я вижу в этом проблематику личных границ, в наличии грубого, ну вот, в наличии грубого
обращение с вами, то есть в наличии грубости по отношению к вам, я вижу элементы страха, я вижу элементы страха потерять человека, то есть, ну, по сути, по факту зависимость, проявление зависимости, это то, что я вижу. То есть такое вот, ну, можно сказать, гипертрофированное, то есть усиленное в несколько раз, во много раз, может быть. Чувства у вашего мужа, что вы никуда от него не денетесь, что вы никуда от него не уйдете, что вы целиком и полностью принадлежите ему. Вот. Ну вот. Соответственно, человек, который чувствует примерно это, то есть чувствует, что вы к нему привязаны, к нему достаточно получается сильно, вот он начинает вести себя подобным образом. Ага, при условии, если между вами нет ничего общего, при условии, если между вами недостаточное количество общего, при условии, если, ну, между вами есть какие-то проблемы, да, то есть это конфликты, это конфликты, это ссоры какие-то, вот, и при условии, если, как бы, вы не находитесь вместе на психологическом уровне, то есть не разделяете какие-то переживания, не проживаете какой-то опыт совместно. Вот, то есть, если нет ничего вот такого сближающего вас, вот как-то так. Вызывает некоторое смущение то, что вы делаете акцент на высказываниях вашего мужа относительно того, что вы красивый для него. То есть, если ваши отношения выстраиваются только на этом, только на том, что вы там для него красивая, то само собой, что любая красота, какой бы она ни была, ну, со временем теряет свою привлекательность, просто потому, что ее видишь каждый день. Внешность человека мы видим каждый день. И любая внешность, какой бы она ни была, теряет свою привлекательность, если нет психологической подоплёки. Если нет духовного контакта, если нет психологического контакта, если люди друг друга не чувствуют, когда это есть, то внешность становится дополнением, тире, средством для передачи внутренней жизни человека, его внутренней красоты. Понимаете? Вот, вот, соответственно, можно вас спросить, как вы близки со своим мужем? Как вы с ним общаетесь, коммуницируете и так далее? Вот.
Его такой довольно грубый ответ вам может быть как результатом, точнее как следствием абьюза, то есть он может быть абьюзером для вас, так это может быть и результат некоторых проблем. Например, что вы действительно как бы вот все время или постоянно по ощущениям вашего мужа вы говорите о том, что вот я ну условно там, что я тебя ревну, грубо говоря, грубо. Вот. И само собой это может человека от вас как-то отстранять, это может человека от вас отдалять как-то, понимаете, да? Вот. Такая вот история. Ну, я думаю, что примерно так. Можно вам ответить на ваши вопросы, которые вы задаете. То есть, опять же, обратите внимание, да, что нужно сформулировать вам ваш вопрос, точнее. Вот. Чего вы хотите, собственно. Вот. И решать уже последовательно. То есть сделать анализ отношений, смотреть, какие в них есть моменты, да, вот, корректировать и так далее. Вот. Ну и в первую очередь, вот вы говорите, что вам неприятно, да, что муж так говорит. Это само собой. Но важна именно природа. Природа вашего чувства. То есть не просто вот что вот мне неприятно, зачем ты так говоришь, а что это значит для вас. Понимаете? С одно дело, если вы ревнуете и там боитесь чего-то. И другое дело, если вы просто чувствуете, что ваша система ценностей это не, ну просто не входит, просто не вписывает. Это разные вещи, понимаете? И чтобы увидеть, о чем идет речь, конечно же, нужно вот разобраться в себе. Самый лучший способ это сделать, это вот поработать с психологом по данному вопросу. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь.